Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивую летнюю пинеточку с цветочками. Цветочки у нас выполняются в процессе вязания самой пинеточки без отрыва нити. Такая завязочка у нас потом еще выполняется с цветочками. Пинеточка вяжется довольно-таки просто. Начинаем выполнение нашей пинетки с подошвы. И далее выполняем верхнюю часть нашей летней красивой пинеточки. Для работы нам потребуется пряжа, крючок, бусинки и разделительные маркеры. Начинаем выполнение нашей подошвы с 14 воздушных петель. Выполняем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14. Выполнили 14 воздушных петелечек. Далее приступаем к выполнению кругового ряда. 2 воздушные петелечки подъема, накид на крючок, вводим крючок в третью воздушную петелечку от крючка. Выполняем 3 полустолбика. Первый в эту же петелечку. Второй и третий. Выполнили. Далее вяжем ровно 5 полустолбиков. Считаем. Раз, два, три, четыре. 5 выполнили. Далее 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Выполнили. У нас с вами остается одна воздушная. В нее мы будем провязывать 7 столбиков с одним накидом. Выполняем. 1, 2, 3, 4, петелечку хорошо-хорошо подтягиваем и переходим аккуратненько вот так на противоположную сторону. Разворачиваем как бы работу. Далее 5-й столбик. Шестой и седьмой. Выполнили. Далее вяжем 7 столбиков с одним накидом ровно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее 5 полустолбиков.
Раз, два, три, четыре, пять. Выполнили. И в последнюю воздушную мы выполняем 3 полустолбика. Раз, два, три. Далее вводим крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную. Наш с вами первый круговой ряд завершен. Приступаем к выполнению второго кругового ряда. 3 воздушные петелечки подъема. Раз, два, три. Накид на крючок и вводим крючок в эту же воздушную петелечку подъема. Выполняем столбик с одним накидом. Провязали. Вершинку следующего столбика мы выполняем 2 столбика с одним накидом. Раз, два. Далее вяжем 15 столбиков с одним накидом ровно. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. 12, 13, 14 и 15. Выполнили 15 столбиков с одним накидом. Далее выполняем 2 раза по 2 столбика с одним накидом. Раз, два столбика. И второй раз. 2 столбика с общим основанием. Выполнили. Далее вяжем 3 столбика с одним накидом. Раз. Два. Три. Далее опять 2 раза по 2 столбика. Раз. И второй раз. И 15 столбиков с одним накидом ровно. Считаем. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Выполнили. Далее 1 раз 2 столбика с одним накидом. Накид на крючок и вводим крючок. Воздушную петелечку подъема предыдущего ряда. Выполняем еще один столбик с одним накидом. Далее вводим крючок в третью воздушную петелечку подъема и завершаем наш второй круговой ряд.
Третий ряд подошвы. Начинаем с выполнения трех воздушных петелечек подъема. Раз, два, три. Далее накид на крючок и выполняем столбик с накидом в эту же воздушную петелечку подъема. Далее выполняем три раза по два столбика с одним накидом. Раз, два столбика. Второй раз. И третий раз. Далее вяжем 15 столбиков с одним накидом ровно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Выполнили. Далее выполняем 5 раз по 2 столбика с одним накидом. Считаем. Раз. Два. Три. Четыре. Выполнили. Далее вершинку следующего столбика мы выполняем 4 столбика с одним накидом. Считаем. Раз, два, три, четыре. Выполнили. Далее 5 раз по 2 столбика. Раз, два, три, четыре, пять. Далее 15 столбиков с одним накидом ровно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14 и 15. Выполнили. Далее 3 раза по 2 столбика. Считаем. Первый раз.
второй раз и третий. И нам остается связать один столбик с одним накидом нашу петелечку подъема, куда мы уже выполняли с вами столбик. Провязали столбик с одним накидом, вводим крючок в третью воздушную петелечку подъема и завершаем наш третий ряд подошв. И приступаем к выполнению последнего, четвертого ряда нашей подошвы. Это будет ряд столбиков без накида. Одна воздушная петелечка подъема и вершинку каждого столбика мы вяжем по одному столбику без накида. Так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение четвертого кругового ряда подошвы. Вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную. Ряд завершен. Наша подошва готова. Можем приступить к выполнению верхней части нашей пинеточки. И напоминаю, мы с вами теперь приступаем к выполнению верхней части нашей пинеточки. Для этого мы будем вязать один ряд столбиков с накидом. Выполняем 3 воздушные петелечки подъема, накид на крючок. И очень внимательно вводим крючок в дальнюю полупетелечку и выполняем столбик с одним накидом. Далее накид на крючок и опять провязываем столбик с одним накидом за заднюю полупетелечку. Вот таким образом. Так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. Вводим крючок в третью воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную. Круговой ряд завершен. Вот такая пинеточка у нас с вами получается. И приступим к выполнению следующего ряда. Следующий ряд — это арочки из 3 воздушных петель. Для этого мы выполняем одну воздушную петелечку подъема и вяжем арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Далее пропускаем 2 вершинки, в третью вводим крючок и выполняем столбик без накида. Далее опять арочка из 3 воздушных. 2 вершинки пропускаем, в третью вводим крючок, выполняем столбик без накида. И опять 1, 2, 3, в третью столбик без накида. И еще раз 1, 2, 3, 1, 2, в третью вводим крючок, столбик без накида. Так мы с вами будем выполнять до конца нашего кругового ряда. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда арочек. И у нас остается последняя арочка. Мы выполняем одну воздушную петелечку. Далее накид на крючок и вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема. И провязываем полустолбик. Последняя арочка готова. Вот такой ряд мы с вами выполнили. И можем приступить к выполнению следующего ряда точно таких же арочек. Выполняем одну воздушную петелечку подъема и далее вяжем 3 воздушные петелечки арки. Под арку вводим крючок, выполняем столбик без накида.
Опять 3 воздушных. Столбик без накида. Вновь повторяем 3 воздушные. Столбик без накида. Еще раз 3 воздушные. Подарочку. Столбик без накида. Так мы с вами будем выполнять до конца нашего кругового ряда. Мы завершаем выполнение кругового ряда арочек. Я выполнила последнюю арочку из 3 воздушных петель. Далее ввожу крючок в первую воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению следующего кругового ряда. Опять же, точно таких же арочек. Я выполняю 2 соединительные. В первую воздушную петелечку соединительную и во вторую. И только теперь могу приступить к выполнению следующего ряда. 1 воздушная петелечка подъема. И 1, 2, 3. Ввожу крючок, подарочку, столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. Так я буду выполнять до конца ряда. Мы завершаем выполнение кругового ряда. И нам остается выполнить последнюю арочку. Мы выполняем 1 воздушную петелечку. Далее накид на крючок. Вводим крючок в воздушную петелечку подъема. И выполняем полустолбик. Наша с вами арочка готова. И прежде чем приступить к выполнению следующего ряда, мы с вами выполним разметочку. Обращаю ваше внимание, вот наша петелечка подъема. Я ее просто зафиксирую маркером, чтобы было хорошо видно. Далее в одну и в другую сторону мы с вами отсчитаем по 8 арочек. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И восьмую арочку я вот таким образом ввожу маркер. И в другую сторону считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в восьмую арочку ввожу маркер. Проверяю. У меня получилось все красиво и симметрично. Этот маркер я убираю, он мне уже не нужен. И теперь я могу приступить к выполнению следующего ряда. Следующий ряд у нас с вами будут арочки из 2 воздушных петель. Мы выполняем 1 воздушную петелечку подъема и далее 2 воздушные петли арки. Под арочку следующую ввожу крючок, столбик без накида. 2 воздушные, столбик без накида. 2 воздушные, столбик без накида. 2 воздушные, столбик без накида. Я довяжу до маркера и покажу, как его правильно переставить. 2 воздушные, столбик без накида. И здесь я выполняю 2 воздушные. Под арочку вяжу столбик без накида. И в этот столбик переставляю маркер. Вот таким образом. Продолжаю работу. 2 воздушные, столбик без накида. И так выполняю до конца ряда и
Точно так же переставляю наш второй маркер. Завершаем выполнение ряда арочек из двух воздушных петель. Выполнили последнюю арочку. Вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема. Выполняем соединительную. Круговой ряд завершен. И вот что у нас получается. И можем приступить к выполнению следующего ряда. Выполняем одну воздушную петелечку подъема и под арочку выполняем 2 столбика без накида. Раз, два. Далее вершинку столбика, столбик без накида. Далее раз, два и вершинку столбик без накида. Раз, два и вершинку столбик без накида. Так мы с вами аккуратненько вяжем до нашего маркера. Раз, два и вершинку. Раз, два и вершинку. Раз, два и вершинку. И вновь. Раз, два. Вяжем вершинку и при этом переставляем наш маркер. Далее очень внимательно. Под следующую арочку мы выполняем столбик без накида, один полустолбик и вершинку выполняем столбик с одним накидом. Далее накид на крючок, под арку вводим крючок и будем выполнять 2 столбика с общей вершинкой. Первый незавершенный столбик, второй и общая вершинка. Далее столбик с накидом. Далее опять столбик, точнее столбики с общей вершинкой. Всего у нас таких столбиков с общей вершинкой должно быть 6. Первый мы выполнили такой вот пучок. Далее второй. Общая вершинка. Далее просто столбик с накидом. Третий. И общая вершинка. Далее просто столбик. Четвертый. Раз. И просто столбик. Пятый. И столбик. И последний, шестой раз. Столбик с накидом, вершинку. Далее у нас арочка перед маркером. Мы выполняем полустолбик, столбик без накида. Далее вяжем столбик без накида. При этом переставляем наш маркер. Продолжаем работу, как на противоположной стороне. То есть под арочку выполняем 2 столбика без накида и вершинку столбик без накида. 2 столбика без накида и вершинку. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда.
Завершаем выполнение кругового ряда. Вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную. Круговой ряд завершен. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот уже видно формирование носочка нашей пинеточки. Мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Для этого опять же выполняем одну воздушную петелечку подъема, вершинку следующего столбика мы выполняем столбик без накида. Итак, мы вяжем столбики без накида в каждую вершинку до нашего маркера. Мы связали столбики без накида до маркера. Далее выполняем еще один столбик без накида. Маркер убираем, он нам уже не понадобится. Вершинку следующего столбика я выполняю столбик без накида незавершенный. И вершинку следующего столбика. И провязываю столбики с общей вершинкой. Далее вяжу 4 столбика без накида ровно. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее незавершенный столбик без накида и в следующую вершинку. И общая вершинка. Далее столбик без накида. И вновь 2 столбика с общей вершинкой. Первый незавершенный, второй. Общая вершинка. Далее 4 столбика без накида ровно. 1, 2, 3, 4. Далее опять 2 столбика с общей вершинкой. Первый незавершенный и второй. И общая вершинка. Вот мы с вами остановились до маркера, выполнили все правильно, проверили себя. Далее маркер можем снять. Выполняем столбик без накида. И далее вяжем в каждую вершинку по одному столбику без накида. Вот таким образом. Выполняем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение кругового ряда. Вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема, выполняем соединительную. И давайте посмотрим, что у нас получилось. И приступим к выполнению следующего ряда. Следующий ряд у нас будут арочки из 3 воздушных петель. Очень внимательно выполняем одну воздушную петелечку подъема, далее арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. И пропускаем 2 вершинки, в третью вводим крючок и выполняем столбик без накида. Таким образом мы будем провязывать 7 таких арочек. Первая готова. Считаем 1, 2, 3. 1, 2 и в третью. Вторая арочка. 1, 2, 3. Третья. 1, 2, 3. Четвертая. 1, 2, 3. Пятая. 1, 2, 3. Шестая. 1, 2, 3. 1, 2. В третью вводим крючок.
Последняя, седьмая арочка. Еще раз пересчитываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выполнили. Далее мы будем выполнять 5 раз. Опять же, арочки из 3 воздушных. Раз, два, три. Но при этом пропускаем 3 вершинки. Раз, два, три. И в четвертую вводим крючок. Так выполняем 5 раз. Первый раз готов. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Второй раз готов. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Третий раз. Раз, два, три, четыре. Четвертый раз. И раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Пятый раз. Если вам трудно запомнить, можете зафиксировать маркером. Вот я хорошо вижу и проверяю себя. Вот моя первая арочка. Раз, два, три, четыре, пять. Выполнила все верно. И далее я выполняю 6 раз. Опять же, арочки из 3 воздушных, но через 2 вершинки. Раз, два. И при этом проверяю себя. Первый раз выполнила. Второй раз выполнила. Третий. Четвертый. Пятый. И последняя, шестая арочка. Раз, два, три. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку подъема. И завершаю круговой ряд. Смотрим, что у нас с вами получилось. Можем приступить к выполнению следующего ряда. Для выполнения следующего ряда нам понадобятся бусинки. Выполняем первую соединительную и вторую соединительную воздушную. Далее одна воздушная петелечка подъема и выполняем арочку из 3 воздушных петель. Раз, два, три. Связали. Накид на крючок. Под следующую арочку выполняем столбик с одним накидом. Выполнили. Далее одна воздушная. Одеваем бусинку на крючок. Вводим крючок под арку и выполняем столбик без накида. Бусинкой. Далее одна воздушная, накид на крючок, под эту же арочку выполняем столбик с одним накидом. Выполнили. Теперь остановимся и посмотрим наши два столбика, воздушная, бусинка. И вот эта арочка, это все у нас будет основа для нашего цветочка. Цветочек выполняем как навязочку. Разворачиваем нашу работу. И теперь под столбик выполняем столбик без накида. И приступаем к выполнению лепестка. Две воздушные. Накид на крючок и будем выполнять 2 столбика с одним накидом. Раз, два. Далее 2 воздушные,
И под этот же столбик выполняем столбик без накида. Вот наш первый лепесточек готов. Далее выполняем 2 воздушные, накид на крючок, и под этот же столбик провязываем столбик с одним накидом. Накид на крючок, разворачиваем работу, вводим крючок между столбиком и вот этим столбиком, вот таким образом, под арочку. И выполняем столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные, и сюда же вводим крючок и выполняем столбик без накида. Наш с вами второй лепесток готов. Далее 2 воздушные, накид на крючок, вводим крючок между, опять же, 2 столбиками под арочку. И выполняем столбик с одним накидом. Выполнили. Далее разворачиваем нашу работу, выполняем накид на крючок и переходим на столбик с одним накидом. Вокруг него выполняем столбик с одним накидом. 2 воздушные и столбик без накида сюда же. Наш с вами третий лепесточек готов. Далее 2 воздушные петелечки, накид, и сюда же выполняем столбик с одним накидом. Далее разворачиваем работу, накид на крючок, и вводим крючок уже под воздушную петелечку. Выполняем столбик с одним накидом. 2 воздушные, и под эту же воздушную выполняем столбик без накида. И хорошо видно, четвертый лепесток готов. 2 воздушные, накид, и теперь под следующую воздушную выполняем первый столбик с накидом и второй. 2 воздушные и вводим крючок в вершинку нашего самого первого столбика без накида. Наш с вами пятый лепесток готов. Вот такой красивый и интересный цветочек у нас с вами получился. Мы продолжаем работу. Выполняем арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Вводим крючок под следующую арку и выполняем столбик без накида. Далее опять 3 воздушные. 1, 2, 3. Выполнили. Накид на крючок. Под следующую арочку вводим крючок, выполняем столбик с накидом, воздушная, одеваем бусинку на крючок, выполняем под эту же арочку столбик без накида с бусинкой, воздушная, и еще один столбик с одним накидом. И далее опять же столбик без накида и начинаем выполнение нашего цветочка точно такого же. И так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда.
Мы завершаем с вами выполнение нашего ряда цветочков. После того, как я связала последний цветок, я выполнила арочку из трех воздушных и ввожу крючок в первую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Круговой ряд завершен, и я останавливаюсь и смотрим, что у нас с вами получилось. Так наша пинеточка сверху смотрится. Можете себя проверить. Всего у нас получилось 9 цветочков. И приступим к выполнению следующего ряда. Для этого выполняем 2 соединительные. Одну соединительную выполняем воздушную и вторую. Далее под арку вводим крючок и выполняем столбик без накида. Далее мы с вами будем вязать 3 арочки по 3 воздушные петелечки. Я вам покажу, как это делается. Смотрите, я выполняю первую арочку. Раз, два, три. Из 3 воздушных. Далее ввожу крючок под арку, вот хорошо видно наш цветочек и вот арочка из 3 воздушных. И выполняю столбик без накида. Далее под следующую арку ввожу крючок и выполняю столбик без накида. При этом наши арочки подтягиваются. И далее выполняю опять арку из 3 воздушных. Это у нас вторая с вами арочка из 3 воздушных. Раз, два, три. Ввожу крючок под следующую арочку. Столбик без накида. Далее столбик без накида под следующую арку. И третья арочка из 3 воздушных. Раз, два, три. Ввожу крючок и столбик без накида. И еще один столбик под следующую арку. Мы выполнили 3 арочки из 3 воздушных петелек. Вот хорошо видно это по изнаночке. Вот раз, два, три. Далее вяжем 3 арочки из 2 воздушных петелечек. Принцип такой же. 2 воздушные. Захватываем арочку. Столбик без накида. Под следующую арочку столбик без накида. Это была одна арочка. Далее 2 воздушные. Вторая арочка. Еще один столбик. И 2 воздушные, третья арочка из 2 воздушных петелечек. И точно так же закрепляем столбиком без накида и следующий столбик под следующую арку. Выполнили 3 арочки из 2 воздушных. И нам остается выполнить 3 арочки из 3 воздушных петелечек. Раз, два, три. Под арочку крючок, столбик без накида и под следующую столбик без накида. Первая арочка готова. Раз, два, три. Это вторая. Один столбик и второй. И третья арочка. Раз, два, три. Вводим крючок под арочку. И далее вводим крючок в вершинку нашего столбика без накида. Наш с вами круговой ряд завершен. Вот у нас с вами наши цветочки подтянулись. И получилась такая верхняя часть пинеточки. Нам с вами остается выполнить один ряд
рачьего шага. Для этого мы выполняем воздушную петелечку, вводим крючок в вершинку столбика и выполняем первый столбик. Давайте таким образом воздушную выполнили, и теперь выполним столбик рачьего шага в предыдущий столбик. Далее под каждую арочку будем провязывать столько столбиков, сколько воздушных. 3 воздушных, значит, выполняем 3 столбика рачьего шага. Аккуратненько подтягиваем. Далее убираем лепесточки цветка, чтобы не мешали. Вершинку столбика 1 выполняем. И второй столбик рачьего шага. Далее опять 3 столбика и так далее. Над арочками из 2 воздушных выполняем 2 столбика рачьего шага. И так мы с вами выполняем по контуру до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение ряда рачьего шага и выполняем вершинку столбика, последний столбик рачьего шага. Вводим крючок в первый столбик и подтягиваем нашу рабочую петелечку. Наш с вами круговой ряд завершен. Ниточку можно обрезать. И верхняя часть нашей пинеточки готова. Лепесточки поправляем. Вот такая интересная и необычная получилась у нас с вами верхняя часть. Нам остается обвязать рачьим шагом нашу подошву. Вот по оставшимся полупетелечкам. В любую полупетлю вводим крючок. Желательно на пяточке, конечно. Выполняем воздушную. И далее в каждую полупетлю вводим крючок и выполняем столбик рачьего шага таким образом. Аккуратненько, не спеша. Так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Мы завершаем обвязочку рачьим шагом, выполняем последний столбик. Вводим крючок в самый первый столбик. И захватываем нашу рабочую нить, протягиваем. Ряд завершен. И вот такая красивая, аккуратная обвязочка у нас с вами получилась. Нам остается выполнить завязочку и убрать нити. Начинаем выполнение нашей завязочки с одной воздушной петелечки. Далее вытягиваем рабочую петлю и на крючок одеваем бусинку. Протягиваем рабочую петелечку через бусинку и выполняем воздушную. Далее одна воздушная петля подъема и арочка из 3 воздушных. Раз, два, 3. Вводим крючок в самую первую петелечку, выполняем соединительную. Далее арочка из 3 воздушных и вводим крючок в
первую воздушную петелечку подъема. Выполняем соединительную. Основа для нашего цветочка готова. Далее выполняем одну воздушную петелечку подъема, еще две воздушные и подарочку провязываем 2 столбика с одним накидом. Раз, два. Две воздушные, под эту же арочку столбик без накида. Две воздушные, под эту же арочку один столбик с накидом и второй. Две воздушные, столбик без накида, под эту же арочку. Две воздушные, столбик с накидом под эту же арочку. И далее переходим на вторую арку. Накид. И выполняем второй столбик с накидом под вторую арочку. Две воздушные и столбик без накида. Три лепесточка готово. Две воздушные под эту же арочку, два столбика с накидом. Раз, два. Две воздушные и столбик без накида. Далее две воздушные, два столбика с одним накидом под эту же арку. Раз и два. Далее 2 воздушные и вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема. Выполняем соединительную. Вот такой нежный, маленький и в то же время простой цветочек готов. И выполняем 100 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и так далее, пока их не будет 100. Выполнили цепочку из 100 воздушных петель и завершаем еще одним цветочком. 3 воздушные петелечки. Далее на крючок одеваем бусинку. Вводим крючок в четвертую петлю от крючка. Раз, два, три, четыре. И провязываем столбик без накида с бусинкой. Выполнили. Далее арочка из 3 воздушных. Раз, два, три. Выполнили. Вводим крючок в ту же воздушную, куда мы провязывали с вами столбик. И выполняем соединительную. Далее 1 воздушная петелечка подъема, еще 2 воздушные и под арочку вводим крючок и начинаем выполнение наших лепесточков. 2 столбика, 2 воздушные, столбик без накида, 2 воздушные, 2 столбика с одним накидом. Далее опять 2 воздушные и столбик без накида под эту же арочку. 2 воздушные, 1 столбик с одним накидом под эту арку, еще один под следующую. Две воздушные и столбик без накида под арочку. Три лепесточка готово. Две воздушные, первый столбик и второй. 2 воздушные, столбик без накида. Две воздушные,
первый столбик и второй. Две воздушные, вводим крючок в первую воздушную петелечку, подъем и выполняем соединительную. Цветочек готов, ниточку можно обрезать, и наша завязочка готова. Осталось убрать нити и уже зашнуровать вы можете по своему желанию. Мы убрали нити, выполнили шнуровочку, и вот такая летняя красивая пинеточка с цветочками и бусинками у нас с вами получилась. Вы можете выполнить ее в любом цвете, она будет смотреться красиво и интересно. И нам остается с вами посмотреть, какой размер получился наших пинеточек. Размер у нас с вами где-то 10-11 сантиметров. Творческих вам успехов!